поломаем полностью протокол, правильно? А то эти официальные части цитит уже надоели. Во-первых, рад вас всех приветствовать сегодня здесь. А во-вторых, хочу сказать большое спасибо, ребята. Мы вместе защищаем эту страну, вместе ее строим, вместе убираем, делаем все вместе. Это наша родина, это наша земля. И все, что происходит на ней, это наше. Потому что мы вместе, мы едины. А когда мы едины, мы непобедимы. Донбасс никто не ставил на колени и никому поставить не дано. Спасибо вам огромное. И давайте приступим к труду. Правильно? Все. Теперь можно продолжать, да? Спасибо. 9 мая мы отмечаем славную дату. День победы над немецко-фашистскими захватчиками. Это день, в котором радость и скорбь сплелись в неразрывное целое. Каждый год мы поднимаемся на Саур-могилу. Легендарную высоту, которая стала символом начала освобождения от захватчиков Донецкого края. Но мерзкий фашизм вновь появился на Донбасской земле на прошествии 70-ков лет. И памятная дата из учебников истории после августовских боев 2014 года получила новый смысл и новое значение. Уже однажды обильно политый кровью культовый, сакральный для всего Донбасса курган Саур-могила снова пережил ожесточенные сражения. И теперь память о воинах прошлой войны неизбежно переплетена с историей, свидетелями которыми стали люди нынешнего поколения. На этой легендарном месте мы воздаем славу наших воинов и низко склоняем головы перед памятью погибших защитников и освободителей родной земли. Важно не только на словах демонстрировать свою преданность делу предков, необходимо и делом доказывать свои намерения. Для нескольких поколений жителей Донбасса Саур-могила является священным местом. Поддержание порядка на высоте – это один из знаков уважения к героям, которые защищали высоту 70 лет назад. Вы знаете, я тебе прямо скажу. Вот слушай, честно скажу. Вроде сердце отвлекается, да? А в то же время, насколько это все приелось? Уважаемые друзья, правда, скажите одну вещь. Вот мне когда-то сказал один умный человек. Мы должны помнить, кто мы были, кто мы сейчас и кем мы будем. Эти три вещи. Кем мы были? Наши предки – герои. Не только деды и прадеды, а те, которые гоняли шведов под Полтавой, которые гоняли турков в Крыму, татар, которые брали Царьград, прибивали щиты – это наши предки. Мы достойно встретили врага здесь, в этих же степях. А кем мы будем? Мы будем процветающим государством, самым славным и с гордым народом. Вот и все. Три вопроса, правильно? А память, которую мы должны это сделать, мы должны это сказать сами. Спасибо. Всем спасибо.